Еще раз всем добрый день. Спасибо, что приняли участие. Спасибо вашим родителям, особенно тренерам, которые на жаре здесь полились эти три дня. Соперничество получилось хорошее. Я надеюсь, всем понравилось. Так, давайте наградим серебряными лиги игроков и команды. Ну, давайте с игроков начнем. Лучший полузащитник, строитель 13 кубов Донецка. Третье место по мячам, к сожалению, заняла команда Мальчишки, может, вперед на одну ногу сядете? Говорит, да, пожалуйста.